Всем привет, с вами канал Покатушки. Как вы видите по моему виду, мы сегодня снова не выспались. Не выспались, потому что у Лая длилась истерика. Сегодня, наверное, был рекорд. Истерика была 5 часов, целых 5 часов. Он ревел, кричал, что ему то воды немного, то ему воды мало. То 30-е, короче, он сегодня проснулся. У него глаза были, как у японца, просто наполненные водой. Вот. Что мы сейчас вышли погулять. И сегодня, кстати, будет кое-что, что я вам попозже покажу. Пришли домой. Я сейчас буду тушить овощи с печенью. Я очень сильно люблю печень. Микаэл ее терпеть не может, но придется ему поесть ее. Она очень полезная, говорят. Зайчик, зайчик, зайчик. Ну ты молодец, конечно. Тео, также упасть можно. У нас сегодня не день, а просто сплошное чудо какое-то. Самой ночи не задался. Смотрите на нашу стену. На потолок посмотрите. Твою мать. Все смешного-то, вот. Капец. О, блин. Плакать хочется. Сели просто с ребенком есть, а он рукой махнул, и вот тебе все. Какую фамилию напишите полностью и рядышком подпись. Мы получили посылку. Что дать? Зайчик. Хоть одно сегодня радует, что я сегодня ее целый день ждала, эту посылку от подписчицы. Она достаточно тяжелая. Там, как я поняла, очень много шоколада. Шоколада из Казахстана. Так, Тео уложили, но я думаю, что мы ее будем скрывать только когда уснет Лайчик, потому что тут лежат сладости. А он будет их сейчас выпрашивать. Та-дам! Посылочка пришла, но мы ее будем открывать вечером. Хоть что-то одно радует меня сегодня. Гостинцы из родного Казахстана к нам прибыли. 21 февраля, дорогие друзья. Здравствуйте! Элай сама больше ждала, когда коробку вскроет. Мне уже не видно. Ты сядь прям попочкой сюда. Угу. Молодец. Такс, такс. Такс, такс. Ух ты! Ого! О, вот кур. Это да! О, какой кур. Это элитный кур. Какой-то да, вид кур. Ну подожди. Это вид. Прикольный. Прикольно. Блин. Чё? Забыл, что у меня на зубах. Брекеты. Да. А еще у меня теперь тяги. Надо носить. И от этого зубы болят еще больше. И теперь все твердое, я не могу есть. Вчера делали на работе инвентаризацию по мармеладу и... Я пытался определить, какой мармелад твердый, а какой нет, чтобы списать его. Вот, поэтому пришлось кормить всех вокруг, давать пробовать, потому что я это объективно не мог сделать. Элай, сядь. Конфеты, целый мешок. Рахатовские, ух ты! В смысле, это мишка? Да. Это знаменитая рахатовская завод. Ого. Вау, круто! Я обожаю это молоко шадринское. Круто! Это же этот... Сливки. Их добавляют в чай. Я обожаю. Пиала. Супер, супер, супер. Кайф. Так, это что у нас? Вафли. Вафельки. Тоже рахатовски. Твой бастар бубек. Конфетки. Ну, говорю, на даче надо было здесь, чтобы маму попробовать. Ну, так... Я отвезу. Класс! Спасибо огромное, спасибо. Да? Вообще супер.
Но чай-то мы обязательно попьем. Супер, супер. Хайлай, тебе? Халва алматинская. Круто. Спасибо большое за подарочки. Это конфеты, тебе их нельзя, зайчик. Ой, это сейчас открою и буду пить. Не пить, а с чаем. Чайла у нас не любит пить лекарства, но за конфетку. Хорошо, пей, глаза закрывай, пей. Давай. Пей, иначе нет, не все нужно выпить, Элай. Элай, нужно все выпить. Ай. Что, ай? Давай, ты сможешь, давай, зайчик. Ну тогда не получишь. Тогда не будет конфетки. Нет. Ты чего? Только после лекарства. Папа нашел своего слушателя. Ты можешь повеселее что-нибудь начать играть? Вот опять упала с неба звезда, но не загадала, как всегда. Ты мой сладкий, такой внимательно слушаешь. Погода сегодня просто нереально шикарная, прекрасная. Небо голубое, посмотрите. Вообще просто такая красота. И самое главное, на улице тепло, 5 градусов. Супер! Мы сейчас едем на дачу, и я думаю, там нам удастся погулять побольше, подольше. Вот. Возьмем все свои девайсы. Если там грязюки нету, то Элайчик у нас на чем-нибудь да покатается. Я не помню, что у него там уже есть. А, у него там беговел есть. Он, наверное, уже дорос до него. Что там? Уже вечер. Мы все на даче. Мы вообще приехали сюда до воскресенья. Наверное, если бабушка нас вытерпит, то будем до воскресенья. Пойдем папу встречать. Что это бабушка вытерпит? Сама не сойдет, наверное. Здравствуйте! Вау, что это такое? Рыба. Рыба? Папа что, рыбу принес? Вау, папа, дай мне вот это, что там? Что там? А это что, рыба? Рыба. Ничего себе. Смотри, дедушка, довольный. Ну, неси, бабушка, неси. Ну, ты им за ручку дай. Тяжело. Сейчас кто-нибудь спросит, а что шторы фиолетовые и синие? Это просто пока что заехали. Нет, хоть это какие-то. Новые... А, мода, дизайн, это да. Дизайн от мамы Люды. Давай. Дизайнера. Такая дизайнер? Разработка. Людмила. Так. Чей говорит? Мой. Наш франчайзи прислал нам рыбу из Дудинки, и мы выставили, быстренько все подготовились. У нас есть рыба, пиво, не получается, буженина. Я знал, что ты будешь снимать. Я бы скатерть праздничную постелил. Это праздничная скатерть. Ага. Это, Тань, бери. Сегодня 22 февраля, и мы уже успели поспать. И еще раз кто-то успевает поспать. Мы с Элайчиком играем. И я сегодня решила устроить бал роботов. У нас, кажется, так много роботов собралось, что мы сегодня сделаем бал, где все будут танцевать. Точнее, это будет, наверное, дискотека с роботами. Если вам интересно, присоединяйтесь. Элай, будет бал роботов? Вот этого робота возьмем. Кстати, ему надо батарейки поменять, да? Этого робота, вот этого робота мы возьмем. Еще какого мы робота возьмем? Наверху, да, у нас роботы есть. Вот этого тоже возьмем? Иди сюда, покажи, какой у тебя робот. Как он умеет разговаривать. Радуги, все мои любимые цвета! Она любит эту игрушку, да? Таня, замри!
танцуй потом. Так, поехали! Почувствуй ритм! Ну что, мы нагостились, выезжаем домой. Вчера была весна, плюс 7 градусов, сегодня зима. Ты да. Тоже с плюсиками, да? Вижу, я вижу, полный батарей. Пошли? Пошли, Элла. Та-дам, сюрприз. Та-дам. Машина. Ой. Пойдем. О, Элла, смотри, настоящая зима. Быстрее пошли смотреть. Давай скорее. Руку давай, там настоящая зима идет. О, вот это да. Смотри, сколько снега выпало. Вот это да. Вот это погода, да, Элай? Папа усаживает детей. Вас посмотрите. Класс. Погода. Не, такая погода тоже нужна. Идем в больницу. Потихонечку, маленечку. Нам нужно цифра 7. Это 4. Давай цифру 7 найдем. 7. Это 6. Помнишь, что меня ни в коем случае нельзя отпускать? Понял? Да. Все, за ручку берем папу. Только за руку, понял? Да. Так, все, пойдем в самолет скорее. Вот, нам надо так пройти в самолет. Через коридор специальный. Тележку здесь кто-то оставил. Вот, дошли до самолета. Элай, какие наши места, ты помнишь? Эти? Да. Хорошо. Давай, папа сейчас рюкзак уберет. Нет, ты ставишь туда, к окошку садись. А папа уберет рюкзак. Вот. Все. Мама. Мама тоже с нами поедет? Да. Ну, хорошо. Ну, давай мы с тобой пока ремни пристегнем. Пристегнулись. Иду, все, мне тоже надо садиться, да? Хорошо. Сюда? Да. Так, скоро пилот объявит о взлете, и мы полетим. А когда капитан воздушного судна нам разрешит отстегнуть ремни, мы с тобой сможем поиграть. Мы же с собой взяли игрушки. Все, начинаем взлетать. Чувствуешь, как взлетели? Нет, пока ремни нельзя отстегивать. Элай, застегни обратно быстро. Вот так вот. Сейчас капитан корабля скажет, что можно отстегиваться. Здравствуйте, я капитан корабля Иван Иванов. Мы в данный момент пролетаем на высоте 1000 футов. Над уровнем моря, и буквально через час вам будут разносить горячие блюда, напитки по желанию, и приятного вам полета, мы пролетаем над речкой. Я разрешаю вам отстегнуть ремни безопасности и наслаждайтесь полетом. Ты слышал, капитан корабля сказал, можно отстегнуться. Отстегивайся. Чик. Но вставать никуда нельзя. Помнишь? Да. Нужно сидеть спокойно на своем месте. И если ты что-то захочешь, мне надо попросить папу. Хочешь водички? Да. Тогда нажми на кнопку, мы вызовем бортпроводника. Сейчас к нам подойдет тетя. Тетя будет мама, да? И принесет нам воды. У нас есть? А, у нас есть пожар. Впервые Элай у нас. Все-таки усадился подышать. Пожар. Ой, мамочки. Мальчик кричит, спасите, помогите мне.
видишь, пожарные идут, и кошка идет им помогать. Ты видел? Кошка тоже помогает им. Вот это да. А тут мышка, папа, ты видел, мышка стоит и говорит, пожалуйста, пропустите, можно я помогу, чтобы пожарным, чтобы с огнем быстрее все справились. Доброе утро, сегодня 24 февраля. Мы сделали лач кунгалясу, уже сами успели позавтракать, кофе выпить. Что это? Ой, мне кажется, мне кто-то звонит. Алло. Ты пошел? Да, да, буду. Угу. До свидания. Клиника косметологии завтра в 10 часов. Наконец-то губы сделала себе. А мозги там не накачивают? Накачивают, я боюсь выпирать начну. Просто это чересчур. Я слишком умная. Шапку оденешь. Что? Шоколадку? Да. Мы Элла даем не шоколадку, а гематоген. Он тоже, кстати, сладкий. Ну, приучили уже. На. Одну. Покажи, как ты танцуешь, когда тебе даю шоколадки. Покажешь, покажешь? Вот так. О, сразу счастье, полные штаны. Да, Элла? Да. И... Посоветую опять же одной из подписчиц. Мы пригласили сегодня познакомиться с детьми няню, ну, которую мы будем вызывать, когда нам будет удобно, когда ей будет удобно. В общем, ну, вот она приходила, мы вроде с ней поговорили, договорились, что будем договариваться, она будет приходить сидеть с детьми. И дай бог. Ну что ты так на меня смотришь? Нам с тобой еще надо договориться. У нас совсем недавно был конъюнктивит у Элая, и перешел этот конъюнктивит нашему Тео, да, зайчик? Какие у тебя красивые реснички. Таких многие мечтают. Вот, и что, лечимся каждые 2 часа, мы закапываем глазки от конъюнктивита. В общем, это очень опасная тема в плане того, что она... очень заразно, поэтому берегите себя и поменьше контактируйте с детьми, с людьми, у которых конъюнктивит. Другой мультик. Такой, не, вот так вот, на-на-на-на-начик, на-на-на-на-на, такой, нет, вот так вот. Мы едем, короче, мы оставили родителей бабушки, ой, родители. Крыша едет, дом стоит. Мы оставили детей бабушки, а сами поехали в Метрополис, немножко пошопимся и немножко погуляем, прикупим вещей. Ну давай. Обычно мы оставляем куртки в машине, идем шопиться без курток. Мерим трофи. Зай, а может быть штаны-то нормально, но кофта... Не, кофта-то любой мой. Мне, честно говоря, тот материал типа попроще. Тут костюм сам по себе классно смотрелся. Вернулись домой, а тут дедушка с подарками приехал. Он купил Лайчику машину. Лай, кажется, слишком рано тебе машина. 2 года все-таки. Мы не дождались 18-летия. 25 февраля, и я уже успела сходить в
косметологию, в клинику косметологии, где мне удалили сосуды под крылышками носа. Вот. А здесь у меня, видите, как бы прыщик вылез прям вот в нужное время, когда я записалась к косметологу. В общем, мне удалили сосуды, вот если вы видите. У меня тут чуть-чуть покраснение осталось, это от того, что лазером, все-таки лазер прижигал. Вот. Короче, я вообще очень счастлива. Сейчас еще этот прыщ дурацкий пройдет, и вообще будет идеально. Будем дальше экспериментировать над своей внешностью. Дальше я буду делать биоревитализацию. Вот. Говорят, что после нее 3 дня ты ходишь с такими папулами, как жаба. Вот. Но потом крутой эффект. Я думаю, что сегодня будет завершающий блок. Все, закрываю блок, надо пойти. Пока. Ну, я и говорю. Пока. Пока. Ну, а пока вы можете полюбоваться моим новым костюмом. Мне карманов не хватает. Еще прикольный. Специально для дома купила. Недорого, он там 2000 с чем-то стоил. Я вообще люблю такие вещички интересные. Классно же. Еще такие тапочки надо было купить. Ну, что-то я денег зажала. Там такие были меховые тапки. Так. Слышишь меня, Элай? Элай. Ты видел угол? Знаешь, где угол находится? Знаешь? Там. Там, да. Ты знаешь, что будет, если ты будешь Тео бить? Обижать Тео будешь, пойдешь в угол. Нет. Нет? А я думаю, что да. Нет. Да? Сегодня еще позвонили с телеканала 360 и попросили дать интервью, как типа топовые блогеры в Подмосковье. Вот, сейчас детей уложим, быстренько сделаем ингаляцию. Точнее, уложим и запишем видео. Так. Та-дам, да, мы сейчас будем дышать, да, Элай? И что еще? Ну все, сейчас будем дышать. Кстати, полюбуйтесь, какие цветы мне Мик подарил на 23 февраля. Да. Вот такие красивые цветы. Да-дам! Та-дам, сейчас мы с Элаем будем наливать сюда, да? Все. Да. Смотрите и учитесь, да, Элай? Я. Поможешь? Да. Хорошо. Я. Осторожно. Считаем 6 капелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Друзья, мы заканчиваем этот влог здесь. Таня, иди скажи пока. Здесь. У нас тут Элай напился пива. Здесь. Что могу сказать? Всем приятного просмотра. Мы, как всегда, стараемся делать. Всем пока. Всем добра.